зачем это делать? Слушайте, вы же не боитесь, знаете, что вам посоветую? Вы же покричите, что у нас богато, газ не подала. Покричите, пожалуйста. Сейчас приедут, мы все расскажем. Я не знаю, что это. А вам такая простая мысль в голову не приходила? А вы умничали! Если кто-то имеет право повесить, то кто-то имеет такое же право снять. Вы с этим согласны? Если мы живем в демократической стране. Вот он имеет право в своей квартире снять. Вот вы имеете право повесить в своей квартире, если рассуждать вашими методами, понимаете? Двойных стандартов. Если кто-то имеет право повесить в общественном месте, ну, не общественное место, на улице. Мы снимем, когда надо. Вот кто-то имеет право его снять, и все. Это демократия. А что он так убежал? Ну, не знаю, не я снимал. Если бы я снимал, я бы не убежал. Не кричите, да никто поскольку к вам не возьмет. Нет, вы поскольку отвечаете. Мы будем здесь стоять. Вот висели портреты, пусть они висят. Они что, вас трогали? Они вас трогали. Вот хором покричит теперь. У нас багато, нам не подолати. Покричить. Потому что вас больше, чем нас, так боитесь. Зачем это самое что? У кого там еще осталось? Давайте еще покричим. Будем стоять, охранять, разогнуться. Зачем это делать? Пошли. Я тебя поснимаю, снимаю. Валечка, да, вот это самое. Я-то я уже заснимался. Это. Вы готовы подписать протокол? Составьте. Вы готовы подписать? А вы же сейчас сказали, что вы не заставляете. Да. Я не заставляю. Я не хочу, чтобы здесь висели плакаты, любые, потому что это нарушение прав гражданства. Статья 152. Значит, нарушение. А убить человека и дать условно то самое. А деревья здесь не подходят. Да, да, да. Нет, мы сейчас говорим, что не собака. О, давайте я программу партии регионов повешу здесь фотографиями. Повесьте, повесьте. Повесьте, повесьте. Пусть люди посмеются. Вы не выхватываете. Я же у вас из рук ваши плакаты. Я вас очень прошу, повесьте, пусть люди посмеются. А что смеются? Люди читают, видите, вот программа. И тянет за собой штраф. Чернобыльцы потянулись, да? А это новые флаги, это было ветераны Чернобыля. Это украинское. Ветераны Чернобыля, вот это ваша новая организация. Да, это зарегистрировано. Надо сфотографировать. 10-го там уже отец Борис были. Как? Отец Борис 10-го числа в Лиме собирает все Чернобыльские организации. Отец Борис это кто? Черкас. Чернобыль, это отец Борис. Он 10-го числа собирает все такие есть Чернобыльские организации по поводу 26-го числа. Я сьогодні розумію, якщо ми не приберемо цей подвір сьогодні, завтра, буде пізно, ми знову тут для того, щоб вже вкотре нагадати всьому світові, буквально в кількох десятках метрів від цього місця, перебуває та тендітна жінка, в тілі якої м'ється незламний, нескурений дух, дух, який правиться всередині цій країні, жінка, яка веде всю країну до великої шляхетної перемоги над диктатурою. Жінка, ім'я які? Юля! 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 Юля!
громади, ми чекаємо з вами зараз хвилину на хвилину представники Всесвітньої неурядової організації, яка моніторить стан із додержанням прав і свобод людини по всіх країнах світу. Представники Freedom House приїдуть до стін Качанівської виправної колонії. Де перебуває лідер української опозиції Юлія Тимошенко? Ми з вами переконані, що зустріч з лідером української опозиції народним президентом України Юлією Тимошенко із представниками Не препятствуйте моей журналистской деятельности. Еще раз повторяю. Я просто говорю, что вы совершаете правонарушение. Я провожу против ответа. Более больше. Девочки, ну что вы спорите? Половина народа Украины произойдет православие. Половина, понимаете, вы не знаете. Вы можете мои действия обжаловать. Просто дуры, пожалуйста, в суде. Я вам еще раз говорю, что вы совершаете. Напишу письмо. Понимаете или нет? Что она совершала? Вы считаете, что вы разумные люди, так вы послушайте то, что поступаете разумно. Вы что со мной не заразумны? Я вам что, говорю, что вещи не правы? Конечно, она имеет право. Она имеет право. Я с вами не договорил, потому что мне пришлось сюда подойти. А я вам рассказал, потому что она это, сотрудник, эксперт применения, сотрудник райки. И она приехала сюда для того, чтобы снять, что здесь происходит. Здесь не криминальное действие. Она ходит и снимает людей. Здесь есть состав административного правонарушения. Вот для того, чтобы сошел хлеб. Поэтому она имеет право. Она обязана это сделать. Наш президент Юлия, мы имеем право конкретно Я тебя убью, если ты меня где-то покажешь.
бабочка, не препятствуй моей журналистской деятельности. Да ты себе говорю, не снимай, пожалуйста. Тебе еще вынуждена говорить. Не снимай, пожалуйста, меня. Если она преисполнена. Ну, если я прошу, Андрюша, ну зачем ты мне? Ты вот попадаешь в самый центр событий. Я же здесь уже предупреждаю. Мы нормально, как скоропастера. Она заслужена, поэтому она это слышит. Звонил мне этот. Ну, я прошу, ну не провоцируйте ситуацию. Ну, стоят, я с подарок стоял. Кого-то там они хоронили. Да, он звонил Игорь Иванович, да, Игорь Иванович. Он сказал, передай Андрею большой привет от меня. И скажи лично, что ты сейчас на батарейке, сколько ты тебе видишь, ну хорошо ты получаешь. Хорошо. Андрей, не показывай мне. Хорошо. Ты можешь выйти? И никогда у нас конфликтный ситуация. Слышите, я рассказываю. Хорошо. Ну я же в интернете как-то... Работник колонии вышел, снял... Читай все. Ну читай, ну зачем ты? Идешь пока нет. Ну не надо, я тебя прошу, прошу. На Марину Георгиевну. Да, хватает. Андрей, ну почему? Договорились? Хорошо. Вытри, пожалуйста. Хорошо? Мы со Скоропадским дружим.